Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Хочу поздравить вас всех с Пасхой Христовой, чтобы эта благодать у вас осталась на целый год. Вы знаете, какая это радость, какой это самый большой праздник в мире, как мы его все ждем и радуемся. Вы знаете, преподобный Серафим Саровский, он всегда любил утешать. Если к нему кто-то приходил и унывал, он говорил всегда: «Что ты унываешь, радость моя? Ведь Господь